Это Москва, это мой город. Я здесь живу. Здесь большие дома, широкие улицы и много зеленых сквериков, в которых можно гулять, кататься на велике. Я очень люблю свой город. А еще я очень люблю своего папу. Я горжусь своим папой. Он самый большой, самый сильный и самый умный. А работа у него важная и серьезная. Мой папа работает в строительной бригаде. Он ремонтирует крыши. Тормози. Я здесь выйду, вокруг покручусь. Привет, Вить. А Шила где? Заболел Шила. Чё звал, Мустафа? Сафрон передать велел. Мамед с рынка наш. И платить нам будет. Уйди по-хорошему. И вот ради этого я к тебе сюда приехал, а Сафрону передай, чтобы он в мои дела не лез, и ему дороже станет. Ребят, пойдем-ка отсюда. Не торопись, Суббота. Закрыто! Это мой папа. Только он об этом пока не знает. Я понимаю. Да, все понимаю. А с остальными можно позже поговорить?
Я просто сейчас не могу, у меня дела. Хорошо? Обещаю. Вот обещаю всех вас выслушать. Всех. А с Таней я поговорю. И вы не обижайтесь на нее. Она очень хорошая девочка. В настоящее время органическую химию рассматривают как химию соединения углерода. Но, отдавая дань уважения истории, по-прежнему продолжает более подробно рассмотреть строение... Шила! Вон из класса! Как скажете. Сейчас позову. Из садика меня всегда забирала Танька, потому что маме было некогда. Вкусная каша, так? Хорошая девочка. Сонечка, не надо, давай. Нехорошая девочка. Давай все же кушать. Не надо, чтоб тетя совсем ничего не видела. Ты куда? Будешь кушать, вырастешь большая. Тебе нужны минералы и витамины. Я 20 лет с детьми всякое видела. Но вашей Сонечке не педагог нужен, а экзорцист. Экзо кто? Я так не могу. Мы на вас поспорили, сколько вы продержитесь. Я проиграла, с меня чупс. У вас, похоже, лицо вымазалось. Да? Спасибо. Мне Светлану Васильевну подождать? Мама занята. Личную жизнь устраивает. Чего не кричишь? Кричи. Зачем? Не зачем, а как? Как? Сексуально. Спорт элиты. Хобби олигархов. Бедных холостяков. Свет, ну да? не заводись. Ты знаешь, как они его между собой называют? Гарри Поттер. Он и не здесь самый молодой. Вика. Это секта. Они здесь вымирают. Ну, тогда есть последний вариант. Небо. Значит так. Самодеятельность в воздухе – самоубийство. Действовать только по моим сигналам. Иначе разобьете кости, череп, позвоночник. А он оптимист. Разговорчики! Чтобы выжить в небе, нужно стать небом. Думать, как небо. Говорить, как небо. Видеть, как небо. Вопросы есть? Нет, а просьбы есть. Да, сфотографируйте нас, пожалуйста. На фоне лайнера. Thank you.
Ей еще повезло. Это вы называете везением? Она в себя придет когда-нибудь? Травма головы. Малоизученная наука и область. Мам, ты чего? Бедные дети. Да ничего страшного. Ну, не говорить, не двигаться не может человек. Ну, что поделать? Как это? Ничего страшного. Да, вообще-то придется вашему отцу звонить. Вернее сказать, вашим отцам. У меня что-то такое даже было. Телефон. Боялась. Чего, Тимон? Зачем нам еще дверь, а? Ничего. Пригодится. Так и будем всю жизнь в дерьмище там копаться. Пойду к Шило поговорю по-мужски. Возьмите меня к себе. Куда? Жить? Не, не в том смысле. Я все могу. У меня даже разряд по боксу есть. Ну, не разряд, но я ходил 2 раза. Брата в раздевалке ждал. Помогать буду. Соль купи. Зачем? Закончилось. За солью послал. Проверяет. Танюш, а ты его хоть помнишь? Какой там помнишь? Они развелись с матерью, мне был год. Тетя Вик, ну это же совершенно беспонтовая идея. Танюш, можно без сленга? Как же вы обойдетесь без матери? Как раньше обходились, так и сейчас обойдемся. Нам не впервой. Татьяна, вы подружитесь? Это что? Мне он показался интеллигентным человеком. Немногословным, правда, но явно воспитанным. Учитель или врач?
Никого нет. Странно. Тетя Вик, да вы не парьтесь. Дождемся сами. Ну, я побегу тогда на работу. Я же работаю. Ага. Угу. Папу зовут Рома. Не забудьте. Не плачь. Плачь, не плачь. Включи мозги уже. Мы замерзли. Чё? Ну посмотри на детей! Ну ты, я еще понимаю. А эти-то откуда? Мама 3 раза замужем была. Пока что. Ну, пускай к своим отцам и едут. Можем мы об этом завтра поговорить? Я пить хочу. Вызывай лифт. Это мой дом. Он похож на гостиницу? Ненадолго, пока мама. Как матери позвонить? 03. Дальше подскажут. Всем спать. Дань, мне здесь неудобно. Иди сюда. Это твой папа? Типа того. А чё он такой мрачный? Устал, наверное. Спи давай. Тебе что там надо? Ничего. Ну, отойди.
не надо трогать. Холодильник иди мой. Алло, кто там? Телефон. Не надо трогать. А потом? Потом. Тоже не надо. Ой! Не надо. Так, стоять! Отдай самолетик! Всем слушать меня внимательно! Это моя квартира! Здесь мои правила! Ничего не трогать! Холодильник не разрисовывать! Штангу не трогать! Телефон не трогать! И самолетики здесь мои! Жадина. Полегче, партнер! Соль! Взял. Теперь мы в движении. Хоть бы предупредили, что вы такой. Я бы подготовилась. С детишками сдружились. Правда, милые? Неправда. Возврат делать будем. Как возврат? А куда я их дену? Не знаю. К себе домой. Куда везти? Нет, Роман, позвольте. Я их с таким трудом на вас пихнула. Да у меня никаких условий. У меня личная жизнь. А у меня работа. Ну вы же отец. И чё? Ну как чё? Мать в коме. Такое несчастье. Ну вы просто обязаны. Это ваш долг. Но у них же никого, кроме вас, нет. У вас нет выбора, Роман. А вы знаете что? Вы заезжайте как-нибудь. Сходим куда-нибудь, обсудим, там, потанцуем, там, так, всяк. Спасибо вам. Ну что, виделась я с твоим бывшим?
Трудоголик он у тебя. И этот его странный стиль винтаж. Ну, милый такой мужчина. Ну, в общем, детей я твоих пристроила. Так что не волнуйся. Отдыхай спокойно. Открывай давай. Пароль не помню. Ты фокусы пришел показывать? Ну-ка, убери. У меня... Убери, я тебе говорю. Залипуха. Гунявый базар на Кругаля зафантырил. В муразах лызить цветанул. Надо было меньше болтать, а проблему решать сразу. Ну, что-то вроде того. Проблем нет. Только одна. Шила, главный боец. Надо бы с ним что-то решить. Урезуй Шила. На трефу копытить западло. Ныкай чуйку, хавай сверло. Мазь заваливает. Сейчас. Значит, за Шилой надо проследить? А где работает, чем занимается? Про Сверло я что-то и сам не понял. Теперь это ваше место. Сидеть здесь. Никуда не выходить. Ничего не трогать. В туалет ходить по одному. И запомните, за вами ведется видеонаблюдение. Вопросы есть? Вопросов нет. Вернусь в любую минуту. Ух ты! Папа! Тяжелая. Гирю не трогай. Сломаешь еще. Странный он какой-то. Он не странный. Он не обтесанный. Ничего, обтешим. Что вы хотите? Нормального отношения. И хорошего питания. И жвачки, и колу. И чипсы. Мы подписали перемирие. И закопали
этот, как его, дома, там, топор войны, короче. И папа стал жить в резервации. Ну, давай, на одну. За маму, за папу, за тех, кто не с нами, за спецназ. Рома, это диатез. Это не оттирается. Чего не кормишь? Корми давай. Привет. Как ты здесь? Нормально. Можно к тебе зайти? Нельзя. Ленточки не видишь? Ну ладно. Папа, пипи. И не надо прыгать на моей кровати. Это моя кровать! Слушай, ты чего кричишь? Это же дети. Ну какие вы дети? Вы не дети, вы беспредельщики! Ты плохое, мы к маме хотим. А мать что, в отказе? Может, присануть ее? Это бесполезно. Я пробовал. Не вовремя ты решил отца кучить, Рома. Говорится про очередь. Башка от этих мультиков пухнет уже. Домой хоть не заходи. В общем, Виктор, мне отгул нужен. Надолго тебе? Да так. Игрушку купить в детском мире. Ну, корма детского. Короче, по садикам развести. В общем, дня два. Ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Да я и сам не рад. Свалились, как снег на голову. Главное, ходят с утра по квартире, шумят, орут. А главное, пачкают все. Понимаешь? Пачкают. Пи-пи! А-а! Пи-пи! Да успокойся, брат, пи-пи. Успокойся! 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 Успокойся, брат! Все свои, свои! Успокойся, Ромка, успокойся. Тебе нужно отдохнуть. Ты отдыхай, если что, мы тебя потянем. Давай, Ромка, давай. Мам, я хочу домой. Мне у него не нравится. А вас никто не звал? Привет, Свет. Я тоже рад тебя видеть. В общем, это... А что с лицами-то? Так, ладно, все. Свидание закончилось. Давайте, пошли. В коридор. Идите, идите. Мне поговорить надо. Не кричи на детей.
Слушай, ну не могу я с ними. Нет, я согласен. Любые бабки, врачи. Но только забери ты их. Чё молчишь? Ну, скажи хоть что-нибудь. Да, Светка. Какой ты была, такой и осталась. Конечно. Проще всего кости себе переломать и в гипс спрятаться. Это мне назло, да? Назло. Ну, какой я им отец? Я их даже покормить не могу. Не надо меня перебивать! Дай договорить. Ну, я понимаю. Старшая – это мой косяк. А эти двое – кто мне? В общем, давай, говори. Куда их сбагривать? А ну-ка, постой. Да постой, я тебе говорю. Значит, я косяк? Ладно, я косяк. Но эти двое – это мои брат и сестра, понятно? И я без них никуда. Ты хочешь нас багрить, мы сами уйдем. Правильно мама про тебя говорила. Чё говорила? Жлоб. Вы чьи? Чьи это дети? Да мы ничьи! Ничьи мы, понятно? Что проблемы, братан? Ты бы хоть спасибо сказал. Да ладно, я не гордый. Какие понты между братвой, так? Помощь-то нужна какая, а? Так, если я сам куплю, памперсы на 16 килограмм и горшок. Горшок-то зачем? Старый сломался. Дочку в школу устроить? Где? Это к завучу. У него урок на третьем. Лады. Слушай, ну что ты выдумываешь? Кто меня среди года возьмет? Дом посижу, удар левый нормально отработаю. Какой удар левый? Тебе учиться надо. Сама себе срок лепишь. Второй год намотаешь. Главное, не менжуйся. Как себя поставишь? В общем, я говорю, ты молчишь. Учись. Простите. А вы не волнуйтесь. Вы попробуйте на выдохе. Может, водички? Водички. Сейчас. Пожалуйста, вы не стесняйтесь. Я смотрю, вам тут сложно разобраться, а мне бы в школу устроиться. Только не надо ничего говорить. Она тебе нравится, да? Я угадала? Рома влюблен. Тили-тили тесто, жених и невеста, попол катались, сексом занимались. Послушайте, сейчас я возьму скотч и заклею вам рот. Ясно? Ром, да ладно, что ты? А как ее зовут хоть? Не знаю, просто она в соседнем подъезде живет. Так познакомься, в чем проблема? Не могу.
Я как ее вижу, сразу как рыба об лед. Значит так, иди учиться и краску смой, смотреть противно. А ты иди сюда. Поедем в садик. Это у меня стиль такой. И детям купи игрушек. Папа. Машина нужна правильная, маневренная, чтобы все ведущие, тормоза хорошие, без наворотов, но серьезная. А попробуйте эту. Реальная коляска. Понтов немного, но бабок своих стоит. Братва оценит правильно. А? Еще есть? Беру все. Ну хорошо, Памперс. Мужик в разных терках был. Ножи, стволы там. Это я понимаю. Но горшок-то ему зачем? Он что, гушение через унитаз боится? Тут я сам не догнал. Но, видимо, такова цена успеха. Добрый день. Нам памперсы нужны и горшок ночной. Памперсы какие? Сколько лет малышу? Лет под 40. Для взрослых. Сейчас посмотрю. А 16 килограмм они выдержат? 16 килограмм чего? Мне вслух сказать или... Ну, в общем, пробейте две пачки. Че надо? Вот памперсы, братан. Андрюха. Прости, братуха, размера твоего не было. Мы потерли малость, вот кое-чего придумали. Я что-нибудь должен. Какие лавы между своими? Это подгон от пацанов. Excuse me. Good afternoon. Ну, папа! Ты что на все эти цацки нацепил, а? Очки зачем одел? Солнце мешает? Братан, ты... Какой я тебе братан? Если с Танькой хочешь встречаться, чтоб все это снял. Понял? Где учишься? Лицей на фрезеровщика. Зачетку буду проверять. Понял? Слушай, нема базара. И по фене ни слова. Все, свободен. Зашил ее тут пропасли. Походу, не очень ему у субботы нравится. Малолеток бригаду согнал.
Стволов в магазине набрал. Стволов? А? В магазине? Что, вы в Техасе, что ли? Это и странно. Стволы игрушечные. Ваня бычит копытить без мазала. Конкретно шуганина не в мазь. Батчик запать. Чем дальше, тем больше я его не понимаю. Сейчас, соберусь, сейчас. Уже лучше сейчас соберусь. На ежуху откинь. Запаришься. А забей шили стрелку и скажи, где и когда. Хиляй. Понял? Хиля двой. Физики, химии и алгебры. Педагог физической культуры пока держится. Ну, Паша Таня, она очень живая девочка. Знаете, я вами восхищаюсь. Нет, правда, вы воспитали троих детей. Вы очень хороший человек. До свидания. Да, суббота. Нет, сейчас не могу. Соня, ты там поаккуратней. Стрелка у меня. Ну, в школе. Давай. Ходим по одному. Нет, что? Обязательно вы все сделаете. С Богом! Вы Стаффорда читали теорию катастроф? А, ну да. Так вот, у него про вашу дочь написано слово в слово. Она сеет разруху, ходячая аномалия. Финально. Понимаете, мы же с химикатами работаем, со взрывоопасными. Я, главное, говорил ей не лей. Я ей говорил не лей, а она вылила. Знаете, какую деталь она добавила к скелету? Сказать? Неужели так сложно понять? Пособие трогать нельзя. Я ими работаю. Я просто не знаю, что мне делать. Я теряюсь, честное слово. Нас же в институте к такому не готовили. А надо было мне маму слушать. Она же мне говорила. Иди, доча, на юридический. Там же с бумажками в основном. А я не послушала. А у меня все нормально. Футбол, гантели, бег на 50 и 100 метров тоже. Я все понимаю. Язык мой враг мой, да? Отличная ученица ваша дочь! Примерная! Ты что бузишь? Мы что за тебя? Краснеть должны? Учишься – учись, чтобы это было в последний раз, ясно? Ты что развопился? Не нравится – смотри в другую сторону. Ты как с отцом разговариваешь? С кем? С отцом? Так ты у нас отец, да? Да.
А, и ты за нас, за свои косяки, типа отвечаешь, да? Ну, типа да. А что ж ты тогда, вот, Соньку к врачу не отведешь с диатезом? Папочка, времени не хватает, да? А ты знаешь, что Сережа в садике ни с кем не общается, только сидит со своей игрой? Ты тоже с воспитательницей поговорил? Конечно, родитель. Надо же. 14 лет где-то пропадал и вдруг явился. Деловитый такой. Поговори еще. А ты что ты сделаешь? Присанешь? Это так, по-вашему? Выпарю. Ремнем? Да пошел ты. Не понял. Я с тобой вообще не разговариваю. Я не понял, ну что? Обиделась, что ли? А? Серега! Только иди сюда. Серый, об одной вещи могу попросить? Ну, давай, говори. Ты здесь потусуйся с местными. Узнай, что как. Пойми расклад. Вечером расскажешь. Чего так сильно надо? Сильно поможешь. Геймбой дай. Нет, не дам. Меняю на все самолетики. Ну, держи краба. Ты, Сонечка, из всех самая нормальная. Потому что говоришь мало. А сестра твоя не права. Что? Я в туалет хочу. Что, прямо сейчас? Прямо сейчас хочу. Папа. Подожди. Сейчас, подожди, потерпи. Черт. Подъезжай. Надо Мамеда поплющить. Сейчас не могу. Извини. Если Мамед не собирается деньги платить, то он по любому раскладу не прав. Понял? Давай, тушь ты. Да не ты тушь ты. Если он русский язык не понимает, значит, будем по-другому разговаривать. Конкретно. Давай. Попку поверни. Да не ты, Лёх, попку поверни. Сейчас. В общем, так. Короче, это... Где ты с детишком? Чем лечишь? Мать, белей. Давай еще раз помажу, а? Смотри, Мамед. Если у нее диатезик не пройдет, у тебя диарея начнется. Понял? Что? Вот. Хорошо. Диарея. А у Виталика такой грузовик был, а еще у него папа... Йоу! Привет. А еще у него Привет. Папа в цирке человек-какашкой работает. Все ему завидуют, а я нет. А еще Люда сказала, что Виталика не любит. Так и сказала. Ага. А что это она делает? Мне так нравится. Хватит везде. Ясно. Мороженое будешь? Я на диете. Ясно. А щечки-то у нее получше стали. Здесь Серега в движение влился. А ты? А что я? Я ничего. Ты что думаешь?
Я сейчас разрыдаюсь. Тебе на грудь скинусь, папа, прости. Да дело-то не во мне. Я к вам чисто по-человечески, а ты на меня все равно смотришь, как мышь на крупу. Знаешь, почему? Почему? Да потому что ей нравится быть обиженной. Она привыкла уже. Да, Серега? Хочешь показать, что ты отец? Заслужи. Завтра выходной. А мы посмотрим на твое поведение. Завтра 16-е. Не могу. Дела. Ну, кто бы сомневался? Надолго тебя хватило. Дети, вы пока посидите, а я пока пару челюстей сломаю. Ну, что ты начинаешь? И не в этом дело. А в чем дело? Ну, в чем дело? Что? Побыл папой и устал? Чисто по-человечески? Скажи! Ну и скажу. Ну и скажи! Ну и скажу! Ну и скажу! Скажу! Ну и скажи! В общем, это... Что это? Как его? Как его? Ну? Ну, только не смеяться. Бочка! Так, хорошая петля! Выходит! Так! Хороший, молодец! Прекрасная петля! Итак, последний поворот, выходит на финишную прямую! Выравнивает самолет, Денис, молодец! И посадка! Итак, приготовьтесь! Мягкая посадка, молодец, Денис! Это был Денис Белокосников! Браво, Денис! Мне столько никогда не набрать. Иди давай, сделай все. А теперь следующий участник. Итак, я представляю Роман Шила! Захотел, пришел. Захотел, ушел, да? Ну, я попробую. Алло. Да, Сережа. Это сын мой. Смотри, ростовские показали. На. Вот. Держи. Теперь спать. У лукоморья дуб зеленый. Людмила Борисовна, да. А что такое лукоморье? Ну, это изгиб берега. Продолжай. Золотая цепь. Золотая цепь на дубе, Том. А зачем?
Цепь, золотая цепь на дубе. Сперли бы давно. Ну так надо. Почитай просто стихотворение. Ты учил? Здрасте. Здравствуй. Пики-пики, завтра, чтобы выучил. Опять выгнали? Да нет, нет. Физрук вообще пятерку за год поставил. От занятий освободил. У тебя, говорит Таня, лучшая физическая культура в классе. А другие учителя вообще с уроков перестали выгонять, как только папа с ними поговорил. Ой. В общем, тоска. Беспокоюсь я о нем, Людмила Борисовна. О ком? О физруке? О папе. Ведь целый день света белого не видит. Крутится, как белка в колесе. Уборка, глажка, трусики, носочки. А бедный Рома, он же жизнь на нас положил. А ведь не старый еще человек. Вот по-вашему, старый он? Нет. А вот по-вашему, достоин он счастья? Конечно, достоин. Вот и я ему говорю. Сходил бы с Людмилой Борисовной куда-нибудь. Со мной? Ну и что мне с ней делать? Записки писать, что ли? Ну а что лучше, дома сидеть, самолюсики клеить, да? Ну ты это… Тихо. Здрасте. Здравствуйте. Ну я это… Пойду. Угу. Чего, видел? Да уж. Понимаешь, так он нормально разговаривает. А как ее видит, в ступор впадает какой-то. Угу. Мычит, как рыба об лед. Что-то с психикой. В детстве, небось, испугался или головой стукнулся. А теперь срабатывает только в стрессовых ситуациях. Но есть средства. Встань-ка. Ты что, с ума сошел? Будем лечить подобное подобным. Давай попробуем. Нет, не смогу я. Убьет же нафиг, а? Давай сюда. Что? А, белка. Белочка. А вы моргайте. Один раз. Нет, два раза. Да. В кафе пойдем. Нет. В парк? Нет. Может быть, в кино пойдем? Что? Опять белочка? Нет, больно. Здравствуй, Таня. Добрый вечер. Дочь моя, иди домой, Танечка. А действительно, пойдемте в кафе, только вы сами выбирайте, в какое. Потому что у вас есть вкус, а у меня нет. Какая дивная сегодня погода. И вообще природа. Помните, как у Пушкина? Октябрь же наступил, уж рощи отряхают последние свои листы с ноги своих ветвей. Вдохнул осенний хлад, дорогу. Ну что, сработало? Да вроде да. А вы в Париже были? Не приходилось. Говорят, там красиво. Говорят. Роман Вениаминович, а мне Таня все про вас рассказала. Вообще все? Я думала, таких, как вы, уже не осталось. Да куда мы денемся? Но мне это больше не надо. Я завязал, хватит.
Мне именно это в вас и нравится. Серьезно? Вы очень хороший отец. Вы пытаетесь понять, о чем дети думают. И вам это удается. Да ну какое там? Вожусь с ними. На работу забил. А в отношениях не продвинулся. А где вы работаете? Вы не говорили. Так... В сфере услуг. Каких? Добрых. Одиннадцатый час, еще не спим. Ну, это, я пойду? Останься. Да нет, я пойду, пожалуй. Мне идти пора. Сессия скоро. Ром, ну что, я так понимаю, что все прошло нормально? Нормально. Спасибо, бы сказал. Спасибо. А... Ты знаешь, у тебя волосы в темноте светятся. Очень страшно. Мам, поговорить нужно. Понимаешь, я бы с Ромой поговорила. Он вообще-то нормальный. Но ему просто пока как начинающему отцу рано какие-то вещи. В общем, я с парнем встречаюсь. Его мне Коню зовут. Короче, он хочет. Вот. Я тоже думаю, не слишком ли скоро? Мы с ним только неделю как целоваться научились. И, в принципе, знаешь, я не против. У нас в классе уже все девчонки, ну ты понимаешь, да? Я только одна такая правильная осталась. Понимаешь, кроме с этим не сунешься, он сразу мне какую-нибудь голову оторвет. А мне нужен твой совет. Как женщина женщине. Понимаешь? Ну тогда или нет? Спасибо, мам. Ума не приложу, кто его научил. Мы только на секундочку отвернулись, а он орех-то этот взял и прямо об стенку головой. О. Стой, Серега. Серега, орех-то головой бить не надо. Он же вот где колется. Понял? Ага. Головой только показываем. Ей думать надо. На, держи. Големы и расклады. Понты закинет, дупло прикрой, стрелки вытяни. Останови его любой ценой. Малята.
Малята. А, две девочки и один мальчик. 15, 4 или 5, 2. Бивень. Пришпили малят Шиловых. Хавала наглухо клеить. Мустафа с тобой поговорить хотел. Ни о чем не разговаривать. Ну не скажи, с Витей субботой ты поссорился, получается, мы друзья, нет? Давай встретимся, перетрем. Сами разбирайтесь. Если в районе стрельба начнется, думаешь, рикошетом тебя не зацепит? Или малышню твою? В 9 вечера. Сам знаешь где. А то сами разбираетесь, разбирайтесь сами. Папа, это кто? Никто. Ты большой мальчик, чтоб под Витей субботой ходить. Там тебе потолок. Выше не поднимешься. Иди к нам. Не интересует. Я вообще ухожу. У меня дети. Никуда ты отсюда, Рома, не уйдешь. Сережа. Шарарями грантуются. Ой, ты меня в тупик поставил совсем. Шараги, угары какие-то. Ты хоть сам-то понимаешь, что ты говоришь или нет? Я нет. Так, дети, будете вести себя тихо, все разрулим по-хорошему. Старшая, за отрядом смотри. Если вы так хотите на Рому надавить, то это совершенно бесполезно, потому что он сам не знает, как от нас избавиться. Я ему только по документам дочь. Он меня 14 лет не видел, еще столько бы не видел, с радостью. А Сережа и Соня, они вообще не его дети. Понимаете? Ему все равно. Он не настоящий отец. А говорит, что папа нереальный. Паксивин чисто. Вика! Вика! Ты зачем ему детей отдала? Ну он же бандит! Бандит! Понимаешь? Немедленно ко мне приезжай. Да,
Едем за детьми. Нет! Я их сама заберу. Сейчас. Дома? А добрый ветер. Где дети, интересно? Говори. Нет, говорить будем здесь. Никого с собой не бери, о детях подумай. Очень ждем. Если с ними что-нибудь случится, хоть что-нибудь, вам лучше сразу под паровоз. Дело едете, да? Я вас никуда не пущу. Вы мне потом спасибо скажете. Детей похитили. Рома, а как ты выбрал профессию? Из армии пришел. Дурак дураком был. Вот и вляпался. И ты доволен? Да не очень. Ненормированный рабочий день. Напрягов много. Да и вообще не по-людски это. Если через час не вернусь, значит, все. Да нет, вернусь. Забрать у нас папу, чтобы он игрался только с ними. Папа пришел и сказал дядям, что не будет с ними играть, а они обиделись. И папа стал играть с ними в прятки. Когда папа их находил, дяди плакали, просили прощения и убегали домой. Главному дяде с желтым зубом понравилось баловаться. Ой. И они с папой побежали на крышу играть в Карлсона.
Где вы были? Что он с вами делал? Мам, ты чё, все в порядке? Говори. Понимаю. Он тебе понравился, да? Но он хороший, мам. Он хороший. А я не могу быть хорошей, потому что я должна быть матерью. Я должна смотреть, чтобы вы не простужались. Чтобы вы не попали в дурные компании, чтобы мам, вы… А ты сейчас о себе рассказываешь или о роли матери вообще? Молчи. Он мой отец. У нас есть отец, мама. Ты реальный папа! Что-то я не понял, мужчины. Алло, если еще раз у кого-нибудь вот это увижу, буду разговаривать по-другому. Ясно? Ясно! Ну вот хорошо. А теперь поговорим о прекрасном, о самолетах. Что самое сложное в самолете? Это фюзеляж. Ну, конечно, не считая пилота. Рум, на минуточку. Мам, спокойно. Только не забудь надеть акваланг. Ну не издевайся ты, ради бога. И береги их, смотри за ними. Ну что ж ты так долго, Рома? У меня самолет. Сонечка. Через час я опаздываю. Значит, Сонечке витамины. У Сережки стали коренные зубы резаться. Надо к врачу его отвезти. Твоя, чтобы домой приходила. Не позже 10. Комендантский час, ты поняла? Да, да, мамочка. Все. Только еще хотел тебе что-то сказать? Я… Не могу. Опаздываю, все. Не начинай только, Ром. Новый вариант. Подводное погружение. Ну, значит так. Но у меня в квартире мои правила. Запомнили? Ага. Во-первых… Ром, ну не начинай опять, а? Что значит не начинай? Ты как с отцом разговариваешь. Ну-ка, постой. Остановись. Не лучшей.